Всем привет, дорогие мои друзья, с вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал домашней мини-фермы «Кобылятская перепилочка». Тема сегодняшнего видео – перепелиные медальоны. Поехали! Вот у нас есть 14 перепелиных грудок, сейчас мы их засолим в судочек, а завтра мы будем их уже вымачивать и ставить под пресс. Пересыпал вот только что грудки солью вместе с перепелиными лапками, теперь это все дело накрываем досточкой и ставим под пресс. Вот так это все дело у нас выглядит в погребе. Пока засаливаются наши перепелочки, я вот купил в Авроре две досточки деревянные разделочные, а также 4 болта 8 на 8, на каждый болт по 2 широкие шайбочки и по одной вот такой барашке. Сейчас по углам мы сделаем отверстие, и у нас будет вот такой пресс для мяса, чтобы выдавить из него лишнюю жидкость. И как вы видите, досточки у нас неровные, поэтому выпуклой стороной она будет лежать в середину. Вот уже у нас вымочились наши грудки, приблизительно где-то прошел час, и мы аккуратно их выкладываем вот сюда на досточку, так плотненько. У нас 14 грудок, ножки мы не будем отжимать, мы просто вывесим их сохнуть, ну а грудки нам нужно сделать тонкими и прозрачными. Теперь сверху накрываем такой же досточкой. Вот. Ставим 4 шайбочки и закручиваем наши барашки. Все, как вы видите, хорошо зажали, и ставим это все дело на пару часиков в холодное место, пускай прессуется. Пока там грудка находится под прессом, мы тем временем понадеваем наши ножки. Все, это такая же самая технология, как делать из сушеных перепелов, но в данном случае мы из перепелов берем самые вкусные грудки и ножки. Постояло это все дело еще сутки под прессом. Сейчас мы открутим, посмотрим, какое же у нас получилось мясо. Некоторое мясо у нас поприлипало, но это не страшно. Теперь одеваем это все дело на скрепки. Вот так все. Мясо очень нежное, оно уже успело приготовиться, поэтому надевалось легко. И сейчас мы это все дело вывешиваем в нашу сушилку на улицу. Вывесил я наше мясо вот в такую сушилочку на улице. Многие из вас уже ее видели. И посмотрите, как это прекрасно смотрится. Теперь давайте дадим нашему мясу подсохнуть примерно 2-3 дня и посмотрим, что из этого вышло. Прошло приблизительно 2 дня. Вот у нас полностью высохло наше мясо. На некоторых кусочках даже соль начала выступать. Поэтому мы сейчас будем его снимать. Это отличная будет закуска к пиву. А также можно данным продуктом удивить своих друзей и знакомых, потому что они такого никогда не кушали. Посмотрите, как на солнышко светится. Красиво. А можно еще вот так вот соломкой нарезать, и будет отличная закуска. Ну а на этом все, ребята. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Алексей Василенко. Пока.